Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы отправляемся в далекий путь путешествий по New World. Мы посмотрим на фракции. Я вступил в фракцию и хочу посмотреть, какие там есть квестики, есть возможности, что я могу сделать. Мне очень интересно. Балтика девятка, 8,5 оборота. Так, я немножко погуглил, короче, в интернетике. Я понял, я не за ту фракцию вступил. Потому что мародеры, получается, зеленая фракция, господствует на этой земле, получается. Вчера скрафтил себе новый топорец. Конечно, не те статы, которые я хотел, чтобы он мне давал, конечно. Вот меч хорошо, плюс 4 силы дает. Ну, выносливость немного и интеллекта. Плюс 5. Теперь он умный будет. Вы видели, какие у него умные глаза? Бежим к нашему фракционному боту. Здравствуй. Фракционные квесты по убийству мобов. Пока PvP квесты я не хочу проходить. Вы проходите эти квесты, зарабатываете токены и репутацию. И за это вы можете покупать вещи в магазине. Чем выше уровень магазина, тем лучше будут предметы в нем. У меня сейчас первый уровень магазина, и я могу... Что я могу купить? На что я буду собирать деньги, интересно. Топор, во. 125 тысяч золота. И 2500 токенов. Я правильно понимаю? Да. Convent токен. Чтоб мне купить вот этот топорец, который дает плюс 12 силы. Еще в него можно вставить вставочку. Вставочку, которая будет давать перк там плюс какой-то процент чего-то. Так, ну что, мне 2500 токенов нужно и 125 тысяч золота. Так, сейчас пойдем выполнять квесты. Посмотрим, что это за квесты. Во-во-во, вот отмечены фракционные квесты получаются. Так, что мне нужно делать? Мы обнаружили, что на ферме Мо есть ценные предметы. Каждая сумка жреца принадлежит завету. Идите быстрее и заберите их. Дальше. Завет должен бороться с волной тьмы, исходящей из фермы Мо. Уничтожьте каждого иссохшего. Нам нужны припасы для поддержки завета. Охотьтесь на райончике Перельбук. Ищите своего волка, который там бродит. И принесите нам свою добычу. Так, отправляемся на квесты гильдии. Собираем записки. Вот такие записки нам дают экспу. Которая нам прокачивает уровень. Это кто такой? Добрый вечер. До свидания. Да, я не знаю, что тут, кто то и что то было, но его нафиг. Я пока себя чувствую маленькой девочкой, без помощи и ничего не знающей в этом мире. Ах ты ж, сволочь. А косая херня. Куда валишь? Ай, блин. Ой-ой-ой. Блин, надо ж поставить было. Ну, блин, они для меня сильные очень, мне кажется. Мне там нечего ловить. Так, ну одного я вон убил. Да, думаю, того можно убить. Конечно. Надеюсь, я научусь когда-то к чему-то. О-о-о, вот эта травичка, мне кажется, она что-то... Тут рядышком пристанище сделаем.
Что у меня с крафтом не так? Ага, я могу выбирать, что я делаю. Я понял. Неважно, какое ты мясо добываешь. Или чё, ну подождите. Light return. Я могу делать хилки. Я могу делать хилки. С любого мяса получается. С яйца хилку делаю. Так, а вот это Red Mat. Че, мясо волков никуда не используется? Не, Red Mat используется, вот. Морковка или мясо волка плюс рыбка. Кем второго уровня нужен? Угу. Я могу... Когда он, интересно, у меня появится. Ну ладно, это последовательно это все узнаем. Проходим фракционный квест. Видишь, они в падке проходят. Он мне пишет, типа, эй, лошара, тут минимум 13 уровень надо, чтобы себя комфортно чувствовать. Или хотя бы в патичке с кем-то. Лоу, чуваки, возьмите в пати. 14 леваки. Ага, добрый вечер, блядь. В очейте себе потрикай, блин. На меня согрелся, я понял. Ах ты. Да я не понимаю, когда уворачиваться. Он раз, два. Не-не-не-не-не-не-не. До свидания. Вас сильно много. Сейчас мы будем по одному вас. Не-н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 е. Уворачиваемся. Уворачиваемся. Нихера себе они метки. Шо ты косой? Я понял, как уворачиваться. Почти. Понял. Так, второй есть. Так, что с него выпало? Ружье какое-то выпало. Ну это я понял, видишь, они эти. Мародеры. А я ковенант. Я вообще в ихнюю пачку не вписываюсь никак. Да блин, и тут же заагрится. Спать, спать, спать. Спать, 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 спать. Ух ты, какая-то клубничка. Жесть, а я уже шарю немножко. Немножко начинаю понимать самую малость. Давай посмотрим, что это нам дает. Где мой переводчик? Поражайте плюс 2 цели одним ударом легкой атаки. Дает 3 секунды на 20% скорости движения. Изучим это, посмотрим, что это такое. Такой-то пассивный перк интересный. Спать, спать, спать. Так. Косю в поле конюшина, косю в поле конюшина, косю в поле конюшина. Так. Пособираем это, посмотрим, что нам капусточка даст. А, я там клубничку хотел еще собрать. Ну, по идее, мне еще один остался, вот этот... Мертвечиночку одну убить. Ты чё?
говно, блядь. Короче, когда у него говно появляется в руке, надо уворачиваться. Я так понимаю. Пособираем тыквочки. Блин, 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 блин. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ух, нифига себе. Ах ты ж тварь. А чё не стреляет? Вырыгивает эту фигню, я только это увидел. Да. Ты чё, Василий? Полегче. Не надо на меня свою... Фу, блядь. Что мне тут нужно сделать? Ага, вот эти сундуки. Угу. Так, плюс один. А вот сундук вижу. Так, хорошо. Опачки. Не-не-не-не-не-не. Вали, 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 вали. Четверочка, зажали меня. Да, че он блок не ставит? Я не понимаю. Я всех тупо собрал. Идите нафиг, от... пожалуйста, спасибо. Ай-яй-яй. Хавай, хавай. Он щитом блочит это рыгатиня или нет? Да, блочит. Хорош. Вообще вас не боюсь. Всех шатал. Так, отправляемся в дом этот. Там какой-то сундучок интересный стоял. Так, мы всех мочканули. Фу, они уже спавнятся. Так. Со щитом я вас нафиг не боюсь никого вообще. Вообще безобидные. Как блошки. Да кто там рыгает, алё? Так, какой-то топорец дали. Интересный. И что-то еще. Я не понял, какой-то мешочек. Квестовый мешочек. Угу. Так. Убиваем волков и собираем с них. Так, откроем билд. Билд, билд, билд. Опачки. А я уже тут выучил, да? Я не могу сбросить. Так, могу сбросить. Меч мне не нужен. Получается, шанс критической атаки меча повышается на 10%. Потом, успешная тяжелая атака дает вам 30% шанс Empower на 5 секунд. Эффект Empower повышает ваш урон.
Тут мне щит нужен. Вы совершаете рывок на 5 метров, нанося 125% урона от оружия. Учим вот это и вот это. Тут добавляет 15% физической броне. При блокировке атак ближнего боя щитом урон выносливости снижается на 15%. Так, ну пока вот это все учим. Офигенно. И перки надо переучить на акс. А, я не могу переучить перки. Пока могу. Это хорошо. Это хорошо. Мне кажется, до 20 левела я что такое там читал. Так, на 8 метров вот это надо учить. Атаки секирой по врагам, имеющие меньше 50% хп, игнорируют 10% брони цели. Когда вы наносите критический урон секирой, вы исцеляетесь на 10% от нанесенного урона. Так, вот это надо, вот это. Вы несетесь на врага, пробегая 10 метров, и наносите 120% урона оружием в момент, когда достигаете цели. Либо нажимаете левую кнопку мыши, вы находитесь под действием Unstopped. Под действием эффекта Unstoppable умение не может быть прервано врагом. Время восстановления 20 секунд. Так, а ну посмотрим. Ага. Красавчик же есть. Нет, чтобы отойти где-то в сторону спрятаться, блин. Меня волк загрыз. Давай вот это выучим. Хочу посмотреть, как оно работает. Так, у меня одного флинта нет. Надо один флинтик найти, но это, я думаю, на изи. Оп, флинтик. Сюда иди. Есть. Так, крафтим хилочки. Так. Крафтили хилочка. Можно крафтить наживочки. Эффект гейн и минор. Шот. Шорт итем. Оно бафает. Это мяско бафает. Получается, что оно бафает. Увеличивает скорость восстановления маны на 10% в течение 20 минут. То, что нужно как раз мне, ману. Восстанавливает 1% вашего здоровья каждые 2,5 секунды в течение 20 минут. Ну, это уже неплохо. Волчара позорный. О. О, крокодилогену я джахну или нет, интересно. Биби-б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 иби
Не мой уровень, братан, не мой уровень. Я понял, не мой уровень. Я еще до тебя доберусь, тварь ты болотная. Гена нынче не тот уже. Иди нахер. Иди нафиг. Я понял, не мой уровень, не мой. Не твой уровень, дорогой. Фу, тварь. Ну я выкачаюсь, сука, я. Я вернусь за тобой, сука. Сделаю из тебя... башмаки, сука, и буду ходить, блядь, и всем показывать. О, Вульфик, а ну, к ноге иди сюда. О, точно, щит еще не проверял. Натя. Внюхала. Не, меч щитом, он резвее бьет. Мне с топором нравятся, конечно, вот эти атаки. Там можно комбинировать, я думаю. Там взял, к примеру, топор. Такой бежишь. Такой эрочку прожал. Хоп, джахнул. Хоп, переключился на меч. Такой джах, джах. Щитом его джахнул по нюхалу. Фракционные квесты по убийству мобов я прошел. И отправляемся в город. Yes. Через recall to in. Recall to in. И, ну, извините, мой английский perfect
Я знаю, очень хороший, красивый язык английский, но, к сожалению, я пока месть его только в процессе изучения. Так. Так, 715 токенов есть. Уровень магазина растет потихонечку. И че, я могу бесконечно проходить их, что ли? Напишите в комментах, пожалуйста. Я без конца и края буду проходить задания. Не, он мне другие задания дал какие-то. Во, вообще в другом месте задание. Прикольно. Ладно, еще пройдем. Мне понравилось. Опыт прям как на дрождях подрос. Круто, мне нравится. Опа, все кемп второго уровня, я так понимаю. А я могу в чужом кемпе что-то сделать? И... Опа, кемп второго уровня. Ууу, сейчас харчей наварим. А что эти харчи дают? Так, увеличивает скорость восстановления маны на 15%. Добрый день. Восстанавливает 60 здоровья в секунду в течение 20 секунд. Это восстановление прекращается, если получить урон. После этого восстанавливает 1% своего здоровья каждые 2-5 секунды в течение 20 минут. Вот это мне нужно, вот это. Вот так, на всякий пожарный будет у меня такое зелье. Не знаю, я чисто по кайфу, чисто пока получаю эмоции от этой игры, пока месть. Здесь они медленные для меня, уже вообще никакущие. Я просто уже готов воевать. Так, о. По квесту идет. Собираем записочки. А, лошара медленная. Вообще, фу, блин. Что-то у тебя там какие-то рыги непонятные. Обрыгиш. Опа, что валялось. Так, собираем. Ну, квесты однообразие. Ну и понятно. Ну, хорошо, что в разных местах. Вот это хорошо. Убей, собери, перенеси. Ну, стандартная схема ММО. Так, а тут мне нужно Hunt Volver. Volves. I don't know. Ну, мы сейчас найдем этих волвасов. И тут мы волка убиваем. Угу, понятно. Клык волка. Так, не, приятно, все классно. Круто. Так, лук я, наверное, оставлю для охоты на павлина. Так, пойдем сдадим квесты. В смысле, я типа чей-то кемп отжал или чё? Получается, я каждый час могу тэпаться через Recall Twin. О, можно, вот, лайфхак. Если хотите тэпнуться в город быстренько, снимайте одежду, подходите к мобу. И он вас убивает. Я на кемп тэпнулся. А я могу его сломать? Ага, я отписался от этого кемпа. А, это кемп третьего уровня. Давай сдадим задание. Вау, это что такое? Амулет какой-то, походу. Идем к дурачку на ящике. Говорим с дурачком на ящике. Сдаем квестари. Че, берем еще раз квестари. Третий раз квестари. Я понял, это бесконечное. Прикольно, офигенно, умопомрачительно, просто божественная игра New World. Я до этого играл Nioh, это что-то похожее, но это не онлайн игра, там какой-то самурай, оно так все сделано, как-то кисло, как-то там боевка, как-то... Да и что-то оно мне немножко не зашло, то игра вообще с Xbox, PlayStation, как бы она больше там... Ну, на геймпаде заточено играть. А тут вот все просто чудесненько, все кайфовенько, все классно. Это New World, с вами был Розе. Всем до новых встреч.